Дом на 9 этажей. Насколько я помню, он сдавался в 69-м году. Ну, по крайней мере, был заложен в 69-м году. Ну, довольно-таки в хорошем состоянии. Он никогда не был государственный, он всегда был кооперативный, потому что его строили изначально как кооперативный дом. На взносы граждан, так сказать, и при Союзе тоже.